Хочешь жить в чистом, благоустроенном городе, начни со своего двора, считают члены общественного совета микрорайона Озерный. Этот сквер – место для жителей знаковое. Каждую зиму здесь устанавливают елку и проводят праздники. А вот летом в заросшем травой сквере стали собираться шумные компании. Чтобы еще одним благоустроенным уголком стало больше, жители решили засучить рукава и навести порядок. Мы решили прибрать вот этот вот участок перед храмом, поскольку он находится в состоянии запустения. Я вообще считаю, что благоустройство нашего города должно начинаться с благоустройства каждого двора, улицы, квартала. Мы вместе с жителями решили все-таки взяться и начать благоустроить именно нашу территорию, потому что есть хорошая поговорка, возможно, своя рубашка ближе к телу, поэтому своя малая родина, наверное, она дороже. И начинать нужно отсюда именно. Спилить аварийные деревья, установить новые лавочки, убрать мусор – это только часть работ, которые запланировали сделать жители Куйбышевского района в сквере. Это наш дом, мы здесь живем. И если не мы, то кто это сделает? Если мы это не будем делать, то подрастающее поколение тоже будет проходить мимо и никогда не поднимет за собой ни бумажку, ни мусор. Молодое поколение должно видеть, что более взрослое показывает им правильный пример. На преображении одного сквера благоустройство не завершится. Общественный совет вместе с жителями планирует и дальше наводить чистоту на территории микрорайона. Усилиями общественных советов скоро преобразится весь город. Это один из этапов реформы местного самоуправления. Очередной шаг – выборы депутатов в районные советы. Они пройдут 13 сентября. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, «События».